Добрый день! Сегодня я буду готовить котлеты рыбные из щуки. Тщательно очищать щуку от чешуи, затем буду обрезать плавники, хвост, голову, затем шкурку удалю, затем отделю мясо от костей. Это все очень долгая процедура. Тщательно, чистенько.
Очень сочные, вкусные. Пробуйте. Очень вкусно. Рыбные котлетки. Приятного аппетита. До свидания. Спасибо за просмотр.